И я сейчас стал свидетелем печального зрелища. Вот с этого дома, с последнего этажа, сбросился попугай. И прям насмерть. Все. Птичку жалко. Нету птички. А мы завтра в поле. В поле хочется. Ну, наконец-то. Наконец-то мы в поле. Сегодня мы втроем. Евгений Михайлович, там он в пару сотни метров. И представители славного города Зерноград. Вячеслав Валерьевич с нами. Вон там ангары, ферма. А здесь была когда-то большая поселуха царских времен. Ну и советских тоже. Ходим уже с полчаса. Вот такой шмурдяк и гильзы. Конина. Душка от замка. И у меня наконец-то первая монета. Первая монета Советина. Скорее всего, Советина. Да, это что-то советское, скорее всего, двушка. Даже, по-моему, брежневская. Так, где фокус? Что-то нерадостно. Очень много мусора. А надо смещаться к реке. Вон там река была метров 600-700. Там дома были постарше. Попробуем перейти сейчас туда. Не хочется ковыряться в мусоре. Так, я что-то выкопал, но еще не смотрел. Это что-то звучит вот так. 87-88. Но звук монетный. Монетный, медный. Медный сигнал. Да, вот она. Вот она. По-моему, копеечка. Да, царева копейка. Есть. Набрели на холмики, на дома, где жили цари. Царевы подданные. Так, Женя пошел за машиной. Он уже даже поехал, перемещается. И мы подходим ближе к речке. Тут постарше дома были. Может быть, здесь не все выкопали. И тут же, вон яма, выкопал копейку, ну прошел сколько, метров 10, наверное. За один проход, и еще хороший четкий сигнал, а это уже двуха. Блин, а кто-то помял ее, а? Ну плугами, наверное, помяло ее. Хорошо помяло так. Так, ладно, здесь Николай, это 100% николаевские монеты. Та сторона поля, там был Александр Первый, Николай Первый. Но то поле, возможно, засажено. Так, ну, сместились мы ближе к речке. К более старым местам. А на той стороне, вон там он, пашет трактор. Там была целина, и там тоже была поселуха хорошая. Так, а у меня здесь выпала интересная штука. Вот она какая. Крестик, он как его плугом загнуло. Только я не пойму, он серебряный или нет. Да что ж ты... Оп, и улетел. Оп, и улетел. Нет, это обычный бронзовый крест. Но сигналов мало, все-таки выбито здесь. Выбито и выбито хорошо. Так, а где-то Женя там должен приехать. Где-то он потерялся. Так, сейчас будет шок-контент. Вячеслав Валерьевич мне настраивает Deus. Deus первый. У него самого Deus
второй, Евгений Михайлович, с приобретением тебя, Equinox 600, тоже мучается сегодня с ним. И у нас такой интересный случай. Остановились, вышли из машины, и Женя выходит и кричит: «Моя первая находка». Вот она. Визуально нашли, без прибора. Сейчас я ее трогать не буду, пусть сам поднимает. Он хочет прибором послушать ее. А я сейчас буду изучать Deus. А вот моя первая находка. Нет, это я подкинул. Я же говорю, так, это 97. Так. И линия идет слева направо, ровная. А если не монета, линия будет какая? Слева направо. Ага. Царская монета, она идет почти ровно, но слева вверх. Господи, шайтан арба. Так. У него там металл перекрывал просто. Там есть металл, что ли? Или от машины, может. Ну, он берет такие крестики. Эквинокс берет такие крестики, на глубине даже берет. Что ты? Я маску сейчас расширю. Так, попробую что-нибудь найти Деусом, посмотрим. Так, ребята, первое впечатление от Деуса. Очень хлипкая штанга, такая она пружинит. Она не стоит плотно мертво, а пружинит. И да, сигнал и звук, конечно, противнейший звук. Предложили мне поставить квадрат, минилабовскую озвучку, но минилабовскую озвучку я знаю, я хотел это попробовать. Нашел уже несколько сигналов таких интересных. И вот один из интересных сигналов. Подошел Женя с 600-м, он его не чувствует. А Deus, я понимаю, что настройка, кусок золы, кусок шлака. Вот тебе и пожалуйста. Короче, первые 15 минут впечатления от Deus никакие. Скучаю за мини-лабом, за 900-м своим, но еще похожу. Спасибо, Deus, но нет. Полчаса мне хватило. Иди сюда, мой хороший. Надеюсь, ты не обиделся за эти полчаса. Сейчас пойдем, я тебе покажу, где монетки есть. Ветер поднялся, и туча на нас движется. Как бы не пришлось валить отсюда. Исторический момент. Евгений Михайлович нашел монету нового прибора. Монета! Я спешу вас поздравить. Спешу вас поздравить. Очень интересно. Корона, корона, герб и венок вокруг. Это не закон? Нет, нет, нет. Застежка обломана. Прикольно, мои поздравления. Не монета, но очень интересно. Это что, это Сорокс? Это Эквинокс. Эквинокс, 600-й рулит. Deus, отстой, если честно. Отстой. Так, наконец-то и у Деуса есть находка. Славик меня позвал. Сейчас посмотрим, что там будет. Вячеслав Валерьевич, что там? И что? О, монета, крупняк, да? Помятая? Вообще помятая. Но она то, она размерами как тройчок царский, но она тонкая. Поэтому... Хотя они тоже, наверное, бывают тонкими. Так, а у меня же и щетка. Можно чистану щеткой? А то мне Сергей Викторович не дает чистить монеты. Они думают, он думает, что они раритетные какие-то. Сейчас чистану и покажу. Женя там далеко ходит. 500 метров где-то. Что нашел, не знаем. Так, попробовал я очистить монету. Вряд ли это что даст. Это не наша монета.
Короче, она умерла. Что-то иностранное. Я подозреваю, это что-то китайское. Китай, 10 круж, 1903 года. Слава сказал, дома почистит, потом объявит, что это такое. Расскажет. В комментариях напишет. Так, находок мало, очень мало. Места все выбитые. Жестко выбитые. Звал ребят переехать. Тут 20 километров еще одна поселуха. Если они сказали, уже никуда не поедем. 3 часа дня. Походим до упора и будем собираться домой. Карманы пустые, находок нет. Женя там бьется. Бьется в истерике, в радости. Первую монету новым прибором нашел. Трет ее там, целует, прыгает. Ну, а у меня какая-то фигня. Что это такое? Перстень развернутый. С инициалами. Да, это, скорее всего, перстень. Его вывернуло, выпрямило. Так, ну, а мы уже скоро собираемся и домой. Сегодня неудачный коп. Находок мало. Там, куда планировали, приехали, а там все, уже все выросло. Уже озимое по колено. Поэтому... А рядом здесь уже ничего нету. Скоро будем собираться. Закончили. Евгений Михайлович, что скажешь по прибору? Как прибор, как прибор. 40 случаев. Ну ты ж первый выход только у тебя. Ну и что? Ну и что, что первый? В принципе, похожи они очень, блин. Не знаю я, блин. 40 и 6. 40, 40 случаев мелкотню ловит. Намного лучше. Ты еще не привык. А, так, итоги нашего сегодняшнего. Не густо и не пусто. Из интересного. Из интересного вот эта иностранная монета. Ну, чистка покажет. Пятачок 54-го года. Ну, остальное так. Двадцатка 43-го года. Это копейка Царева. А тут даже года не смотрели. Вот эти монеты советские. Ну, потому что это незначительные находки. Так, а вот есть серебряный перстенек был, сломался, серебряный крестик. У меня вообще там позорище, даже и перечислять не буду. 40 с рулем. Копейка этого Николая Первого, копейка царя, двушка царя, остальное. А вот щитовик интересный, 34-го года. Редкий очень. Вот этот перстенек показывал. Ременной наконечник. Евгений Михайлович нашел такую бутылочку, парфюм. Вообще малюсенькую. Отойди от солнца. Дальше что? У Евгения Михайловича сегодня он с новым прибором. 3 монеты всего лишь, но посмотрим. Будет его изучать дальше, понравится. И вот эта вот загадочная корона, щит и венок. Будем смотреть, будем определять. Может, вот... надо перевернуть? Может, нет, там обратка. Там крепеж был. Может, петличный знак какой. Может быть, петличка, да. Так, царева пряга была. Орлов с орлом. Ушатана, порвана. Что там еще? Еще один крестик. Свинцовый гайдан. Еще один ременной наконечник. Ну, а так... А так ни о чем. Так, сегодня куча впечатлений. Прибор Deus. Да нормальный прибор. Кроме шуток, нормальный прибор. Все к своим приборам привыкают. И я, допустим, уже все к мини-лабу. Пробовал и Беркут, пробовал и... Что еще пробовал? И у Евгения Михайловича 40 сбрал.
Все фигня. Мне только мини-лап. Славик, Деус, ему больше ничего не надо, да? Да, Деус рвет всех. Согласен, вон по находкам Деус всех порвал. Евгений Михайлович делает итоговые фотографии. А мы собираемся домой. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. До встречи в полях. Всем пока.